вот отличная погода. По прогнозам гидрометцентра, сегодня самая большая луна, она, правда, уже ушла, но от нее остались облака. Облака и вот этот вот мегагалактический объект. Грузия – это прекрасная страна, это островок счастья, сбалансированности и, как же сказать, музыкальности. Я с детства люблю Грузию. Любому молодому человеку можно дать один только совет – оставаться верным себе. Если взял бас-гитару, будь с ней. Если у тебя в кармане Родос, пожалуйста, играй на нем. Если ты обладаешь шикарным вокалом, экспериментируй. Все.